Йоу, Кент, здорово. Как твои дела? Ништяк, на самом деле. Купил себе новый Opel. Господа. Вы же осведомлены, что Кент и Opel – это зарегистрированные товарные знаки, и вы не можете использовать их в своей речи без согласия правообладателя. Так что давайте так, на первый раз мы разойдемся по-любому. Как тебе твой новый автомобиль? Слушай, ну на самом деле просто пушка. Я счастливый как никто. Я счастливый как никто — это фраза из песни Григория Лепса. Так что давайте так. Последнее предупреждение. И это уже серьезно. Короче, жизнь прекрасна. Ну, правда. Это название фильма. Мечты сбываются. А вот это Газпром. Я... Это сок. Я... А вот это был Шнуров. Так, все, это все напоминает какую-то дурацкую комедию Сарика Андреасяна. Поэтому увидимся с вами в суде.